какие красавицы у нас, какие красотульки. Опа, мамочки и детишки все попрятались. Я еду с работы, а они просто вот на дороге вышли и стоят. Может быть, маршрутку ждали какую-то, не захотели ко мне садиться. У нас зерна полные бочки, ну что-то, ну немножечко получилось заснять. И когда маленькие, они то такие на них белые кружочки, точечки такие. А когда уже вырастают, то они где-то у них пропадают. Стают просто такой один цвет. Красотульки. У нас дождик такой прекрасный. Трава будет зеленая. Доброе утро, друзья. Я уже проснулась. Буду ехать на работу. Но вчера у меня, вы представляете, я недавно покупала вот две таких упаковки кофе. А вчера оно закончилось. Я даже не заметила, когда. Потому что уже закончилось. Кажется, быстро. Это уже прошло. Ой, кажется, давно покупала. Но прошло это уже несколько месяцев. И вчера заехала специально в Костко купить, потому что вот мой, друзья, любимый кофе. А сейчас эта банка стоит 23, наверное, 22,99, но бывает на нее скидка 4 доллара. Но вчера, сейчас нет скидки, и все равно я его купила, потому что оно мне нужно, я его очень-очень люблю. И что я делаю? Я себе насыпаю вот в эту баночку, и она у меня стоит здесь каждый день. Ну, пока сейчас я буду делать. И вы... Решки, решечки. Накрыла, потому что у нас дождь, чтобы их выставить на улицу. Так. Делаю себе я такое с капучино, такое не горькое кофе. Не кофе, а молоко с кофе, можно сказать. Себе вот эту баночку насыпаю. Потому что это очень большая, чтобы где-то прятать ее здесь. Ой, в тумбочке. Я ее выношу в гараж. Как-то привыкла к этому, и все. Вот есть всякий кофе с добавками, с орехами. Как-то покупала, с ванилью пахнет, блубери пахнет. Нет, и все. Не люблю, не нравится. О, у нас уже гуси курлычат. Неужели уже будут улетать? Так, и еще одна. Я думаю, достаточно вот так. Накрываю и себе прячу. Вот сюда. Так, все, ничего не видно. И на эту баночку отправляю. Есть они всякие. Есть горькие, есть слабые. Это у меня медиум, средний такой, видите? Мусорила немножечко. Сейчас кофеечек мой будет готов. Видите, сколько там молока? И на улице у нас уже второй день дождь. Так что лето заканчивается, но его нету.
Ну, есть, но с дождиком. И еще мне каждый раз эту машиночку нужно промыть, почистить. Вкусненькая. Стаканчик ставлю в холодильник с молоком. Завтра просыпаюсь на другой день. И очень... Так, уже вода закончилась, как говорится, пишется. Нужно еще там промыть. Но нету воды. Вот, нужно добавить. Все, воду я добавила. И она сейчас сама себе помоет. Все, и выключается. Вот какая погодка у нас второй день. Дождик идет и так пасмурно. Ну, осень, все. Не знаю, будет еще солнышко лето в этом месяце или нет. Не знаю. Едет мой сынулька, вот там, тоже едет на работу, и я еду, и Марика будет ехать, так что в город едет три машины. Ну и не получается, чтобы всем вместе в одной, как бы, ну, у каждого свое время, другое время, мне нужно же еще куда-то заехать после работы, какой-то магазин, что-то посмотреть и все такое. Так что, а там у Мирославы будет 18, а это ей 17 сейчас, в мае было 17. Уже тогда будет сдавать на права, а раньше я не хочу, ну, чтобы там 14-15. Нет, пускай еще побудет. Меньше переживания. Так что... эту погодку хорошенько так спать, лежать. Друзья, всем привет! На канале Сельчанка. Вот почтальон, нам нужно его объехать. Едем мы с работы. И здесь есть такой красивый этот городок, где построены красивые очень дома. Так, подруженька, помедленнее едь. И я хочу их заснять. И, конечно же, кто-то попросил, некоторые люди, что им нужно, которые строят дома, то им нужно посмотреть. Ух ты, какой классный, смотрите. Это уже люди живут в этих домах. Да, красота. Я сразу обращаю внимание всегда на цветы. Ух ты, какой этот большой. Здесь еще не живут. Да, только строят. Так. И очень красивое место. Там с той стороны озеро. Это классная такая темная, большущая. Но видите, земли здесь так, кусочек, чуточек. Это строится еще. Ну, миллионные дома. Вот озеро наше красивое, Мичиган. Ух ты, красота. Конечно же, зимой здесь очень-очень холодно. И смотрите, какой здесь дизайн. Здесь вот на этом доме и кофейный цвет, и камень, и белый вот цвет, такие доски белые. Это не сайдинг, а такие доски. Здесь тоже. Каждый дом отличается. Ух ты, как классно, гараж, прозрачные двери. Ух ты, видно сразу, убрано в гараже, не убрано. Стеклянное, не видела еще. Да, классные домики такие. Но вот вся земля, видите, какой участочек, вот столечко. Ух ты, а здесь с этой стороны, сзади дома, смотрите, ух ты, а ну стой, Тонь, какие классные. Печка, это нам нужно такую. Красота.
Все, едем. Так, там лодки. И с этой стороны на горку. Вот. Тун-тун. Сейчас мы еще поедем на то место. На ту гору. Там тоже, мне кажется, озеро есть, да. С той стороны будет. И смотрите, тоже крыши в каждом доме другие. Я даже не знаю, как они называются. И вот еще сюда мы проедем. И там вот на горке, но это уже туда другая улица. Не здесь заезд. Не здесь я. Вот этот домик тоже большущий такой, высокий. Опс, вот так будем делать. И видите, как они рядышком поют работники. А вот какой классный дом. Смотрите, на гараже вот такая крыша. Терраса такая застекленная под стекло. Тоже красиво. Тоже совсем другой домик. Нету одинаковых, да? В каждого свой вкус. А здесь, наверное, вот продается участок. Ох, он дорогой будет, этот участок. Так. Тоже большущий. И видите, возле каждого дома стоит вот такой контейнер, чтобы мусор собирать, большущий. И очень красиво, когда много так вот таких окон больших и под стекло. Это будет очень видно в доме. Ясно так. Тоже участок, видимо, продается. А вот там озеро, туда. Ну, сейчас такой туман, что... Его плохо видно. И сейчас еще я с другой стороны, когда будем ехать, вот сейчас мы здесь развернемся, и я засниму. А так вот здесь просто лес сосновый. Ну, эта трава, видите, такая зеленая, она поливается. И косят здесь, обкашивают ее, чтобы... Было красиво и с другой стороны. И здесь уже вот просто тупик. Мы разворачиваемся. Клумба красивая тоже. Да, оно красиво. Вот, смотрите, озеро. Ух ты, красота. Кто любит воду? Этот домик новенький строится. Ой, собачонка здесь ходит. Красотуля такая. Приветик. Приветик мой хороший такой. Вот домик. Строят большие гаражи. Такие, как дома. Здесь уже живут. Тоже классный. Здесь тоже уже. Да, крыша вот такая, как из, не знаю, бляха или как сказать. И всякие такие цветы, кусты красивые. Вот гортензия. У меня есть хотя бы гортензия. Ух ты, сколько много гортензии, смотрите, возле дома. Так. Так лучше. Да, рядышком соседи. Ну, это строят дома даже те, кто здесь не живет, приезжают только, допустим, на лето здесь пожить. А когда зима, здесь холодно, они уезжают в теплые края, более теплые, где жарко. Потому что здесь зимой, ох, я думаю, что дубарина и холодина, дубео и холодео. А вот этот домик продавался, и уже пишется, что он продан, sold. За несколько
лимонов, я думаю. Потому что местность, она имеет значение. И вот этот дом очень красивый. И большой, смотрите. Есть такие уголочки, что камень. Упс, машина помешала нам немножко. Так, здесь гараж на 3 на 3 дверей. Да, классный домик. И работники здесь много. Вот так сзади. Так, не могу. А ну немножко встань. Вот так. Да, терраса с другого этажа. Видите, как и открытый балкон. Нижний этаж. Да, красиво. И хочу показать вот эту красоту еще. Ух ты! Это все озеро. Тут не видно прям, что туман немножко. От меня, от нашего дома, это где-то 50 минут езды, вот эти дома. Это здесь земля, где виноград. Все, выращивают виноград, фермера очень много, яблоки здесь растут. Вот так, все, посмотрели домики, друзья, едем домой. Я еще, друзья, остановилась показать вот виноградники. Смотрите, сколько винограда. Какие большущие плантации. Конечно же, сейчас дождик, пасмурно, и оно плохо видно. Вот там озеро. Машины. Вот там озеро. За теми деревьями, видите, но его не видно. Сейчас не видно, потому что туман. И вот с этой стороны виноградник. Там сразу завод, винзавод. И на эту сторону тоже. Как бы мы в таком хвостике. Там озеро Мичиган. И так кругом оно идет. И с этой стороны тоже озеро. А вот работник что-то делает. Ездит на тракторе, не знаю, или обрезают что-то, или... Ну. Ух, сколько винограда, ням-нямки. Смотрите, какой красивый, но нельзя, вот даже я здесь стою, да, нельзя его идти собирать. И никто его не ворует, друзья, ни ночью, ни днем, потому что нельзя, не разрешается. Вот так. Так что едем дальше.